Задержанный не смог прояснить ситуацию ни по поводу своего состояния, ни по поводу того, как он оказался за рулем иномарки. Лишь в одном он был уверен наверняка, но это знание в данном происшествии помочь ему ничем не могло. А чья машина? Не знаю. Не знаю? Угнали, что ли? Да, наверное. А у кого угнали, тоже не знаете, не да? Не знаю, да. А вы сколько сегодня употребляли? Не знаю. Вообще ничего не знаете, да? Нет. А кто у нас президент Российской Федерации, знаете? Да, Путин Владимир Владимирович.